Так, телефон ID300. Так, экран, конечно, здесь великолепный. И тач тоже. Углы. Смотрим на углы. Углы практически нулевые. Искажений в цвете нет. Тач идеальный. Ну что ж, маленькое путешествие. Камера. Так, вот у нас камера. И что эта камера нам позволит делать? Ну, пожалуй, самая главная характеристика появилась. 3 мегапикселя. Соответствует правде. Фото сделали. Так. Кнопка назад. Ну и, соответственно, что здесь? Ну, GPS, навигатор, Wi-Fi, Bluetooth, синхронизация. Все как обычно. Это у нас регулировка яркости экрана. Ну, вот такое вот зверье. Понравился.